Барни, лежать. Сидеть. Дай пять. Ладно, да. Всем привет. Закончился февраль месяц. И небольшие итоги. Сколько уже ушло на эту замечательную булочку февраля месяца. Так, вот такой вот корм я покупала. Еще остался полмешка. 20 евро 57 центов с карты клиента. Потом было вот таких вот два мыла, каждая по 74 цента. Потом были такие, кто знает и помнит, я покупаю в магазине Кика маленькие такие косточки XS размер. Вот, 6,08 их было 3 штуки, и потом я еще купила 3 штуки и еще одну вкусняшку, и шло 10 евро 29 центов. И также обычные вкусняшки, сейчас покажу какие, вот Барни одну из них ест. Это вот такие вот я покупаю, потом всякие такие печеньки, давай покажем, какие у нас тут. То есть вот такие вот печеньки, это вот то, что я вам сейчас показала в упаковке, и вот такие вот палочки. Покупаю, Барни, все, хватит, покупаю либо в Максима, либо есть в А1000, в Север, в принципе, в любом торговом продуктовом магазине. Вот, и получается, все вместе ушло за месяц 47 евро и 46 центов. То есть в 50 евро мы уложились, Барни. Да. Давно у нас не было видео. Барни ленится. С него какой-то такой период ленивый. Да, это твой корм. Вот если Барни встанет боком, как будто это он тут на картинке. Да. Даже почему не я на картинке? Барни, посмотри сюда. Ну, нет, все равно они, видите, разные. Всем тем, кто говорит, что мопсы все одинаковые. Вот посмотрите. Козы, Барни, мы все разные. Барни, все, хватит. Хватит вкусняшек. Хватит. Ты поел, иди кушай. У него там стоит корм, он вообще в последнее время плохо кушает. Только вот вкусняшки. И все. Нет, ты корм не поел. Сейчас проэкспериментируем с вами. Я дам ему полпеченьки и брошу в корм. Будет прям есть. Пойдем. Пойдем, моего печенька. А! Что это за атака? Нет. Аккуратно. С маме палец откусишь. Смотри, у мамы печенька. Печенька у мамы. Пойдем. Печеньку съест и все, наверное. Барни, давай кушай корм. Вот так он кушает. Приятного аппетита, маленький. Ладно, не буду его больше снимать, смущать, пусть кушает. Так что вот такие дела. Всем пока. Барни, скажи пока-пока. Тоже не очень сильно занят.